ребенком. Ты чего? Нельзя так делать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Dark Dragon, No Trade, LOL Top, пацаны, скажите прикольные слова. Вечер добрый, народ. Здравствуйте. Сегодня мы играем очень классную рубрику «Аниматроники пугают охранника». И сегодня та серия, когда я буду издеваться над пацанами, а не они надо мной. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Это было такое вот приветствие. Ну что, пацаны, готовы? Потому что сегодня главное условие, чтобы одна дверь у вас была открыта. Не открыта дверь. Сейчас пацаны разогреются. Они сначала еще не понимают, с кем они имеют дело. Сегодня очень жесткий аниматроник, который мочит всех. Сегодня будет по моим правилам, а не по ихним. Дверь закрыта. Молодцы. Для начала буду делать... Открыто. Не заметили, мало. Вот это мне нравится. Ставим лайкосик, подписываемся на канал, потому что сегодня я буду наказывать всех и вся. Dark Dragon, да, начинает психовать, как это так? Кто-то из вас, пацаны, очень глупенько играет, но это будет наказуемо. Нельзя ходить здесь. Убейте меня. Потому что вы играете неправильно. Есть правильные игры. FNAF 1. Не, FNAF 5 ночей с пони карта. Знаете, что плохо? Что нету пилпака в пони. А так было бы прикольно. Но нет, за них играть никак невозможно. Закрыто, да? Видите, уже на обмана не... А я же бегаю по карте. Ты же бегаешь по карте, да? Да. Ну, бегай. Я ж тебя не вижу, поэтому все по правилам. Если я вижу только, тогда я мочу. Да я в маске бы. По моим правилам должна играть. Дверь закрыта. Не получится, пацаны, сегодня. Психуйте, не психуйте. Сегодня я командую всеми. Немножко левел усложнился. А, вот он где. Это был испуг, но это и не убийство. Испугались, да? Я тебя увидел. Ты думаешь, что я дурачок? Я же вижу, что у вас должно быть там трое. У вас есть время? Я сюда даю время для того, чтобы они успели закрыть двери. Все идет четко. Аниматроник видит врага. Так, я пропустил врага. Как мы можем делать, что ты нас плохо видел? Увидел врага. Убийца бежит. Дверь открылась. Вот это сегодня жестко. Перезарядка успешно выполнена. По очереди тогда спавнимся. Ну чё ты, сыкун? А у нас беда, Дим. О, спасибо. Мы застрялись, все нормально. Пацаны настолько не выдерживают психологические атаки аниматроников, что делают самоубийство. Это про меня большей части идет речь. Самоубийцы. Ну что вы еще? Нет, не пустим. Быстро открыть. Ладно, ладно. Тут знаете, что главное? Их надо уметь обмануть. От, блин, нет, хорошо. Открыта дверь была, я знал, что подловлю, есть. Вы думали, я побегу на другую сторону? Нет, это была обманка. Нет, Дима, не открой. Нет, уходи. Не открывай дверь, тут на дверь должен. Они уже так боятся, что... О, привет, как дела? Это самые жесткие аниматроники, которые у нас были в этой рубрике. Никого не щадят, просто мочат все. Ну что ты закрываешь? Я же подловлю, смотрите. Дракон!
Ты чего? Нельзя так делать. Так, давайте будем как-то пробовать их обманывать. Блин, не получается, хорошо. Открой дверь. Знаете, надо взять, наверное, следующий левел повышения. Раз они уже научились открывать так четко двери, мы берем... О, вот. Этот уже убился. Справа. И он слева пошел. И справа опять. Обходит, пацаны. Сейчас... Красиво, да, они меня чекают, ребята? Но это все без толку. И справа. Да блин, не попадаю. Почему не попадаю? Да я хочу ноги покусать. А тебе не дам, он тебе спасать. Есть! 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 Поймал, поймал. А что вы хотели? Тебе. Нечестно. Как это нечестно? Я жесткий аниматроник. Справа, справа, справа. Не боитесь, да? И такого аниматроника. Это же жесткий вообще. Слева. Вы слушайте меня, я говорю, где он, а вы... Так, там... хорошо. Раз у них есть жесткий подсказчик, значит, я зову Кентофурика. Он пошел налево, если что, сразу говорю. Какая... Так, этот аниматроник мне не нравится. Как бьет, надо взять аниматроника, который может бить на расстоянии, чтобы наказывать всех и вся. Зачем? Ну чё, готовьтесь. Это я проверил, работает. Знаете, что сразу был? Он слева. Слышь ты! Убегай, дурачок! Трува, драгон! Ой, да он справа. Либо прячемся от тебя. На карте? Да. Они просто на нас всё делают. А мы подсказываем ему, что делать. Ладно, я честно лучше. Я вас сейчас убью, вы что, переживаете? Я уже иду по вашей душе. Спасибо. Нема за что, обращайся. Я помогу. Нормально, веселимся. Ну что, кто еще тут прячется от меня? Я. Я же найду. Я просто чекаю мышкой все, проверяю, где вы тут. Под соплячье. По сравнению со мной вы очень слабы. Вы мне ничего не можете просто предоставить. Как только умереть. Есть. Минус двое. Ну а что ж. Это за те разы, которые я вас не мог найти. Я лучше отойду от двери, потому что... Не, я уже не буду убивать, я буду четко сейчас играть. Сейчас жесткая РП, когда вы должны четко угадывать, с какой стороны я иду. Стой, блин, стой, этот аниматроник... Да, блин, не успел. Буду ускоряться тогда, если дверь будет открыта, сразу ускоряюсь. Так, не хотят. Мы сейчас угадаем. Ну чё, иди... Успел. Просто была открыта дверь. Уже все, вы наигранные, да, пацаны? Ага. Повышение сложности. Не хотел этого вам показывать, аниматроника, но придется. Вернитесь-то назад. Потому что вам сейчас помогать будут. Так, давайте начинаем атаковать их. Так. А где еще один? А вот прячу. Так. Первый пошел. Ты Бонни этот сломанный. Нет. Я сделанный, раз я вас мочу, какой я поломанный. Ах ты. У вас кидается скример от этого аниматроника? Да.
Открой дверь. Он неприятный. Ой-ой-ой, открой дверь тут. Блин, ну как же вас поймать теперь? Закрывай! Не успел, просто не успел. Ну что ж, аниматроники всегда... Ты что тут делаешь? Я испугалась. У нас кое-кто прячется. Нет, спасибо, у меня все есть. Да нет, ну подойди. Ой-ой-ой. Если понравилась эта серия и вы хотите еще таких жестких нападений от аниматроников, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке, в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.